Всем привет, с вами Саня, мастерская «Сами с ключами». И сегодня мы проведем такой эксперимент. Можно ли забить гвоздь обычный лампочкой? Обычная лампочка, абсолютно. Никакая не бронированная. Обычная лампочка на, я не знаю, на 90 ватт. И обычная доска, самая обычная, не сверленная, ничего. Зажимаем ее и давайте будем ее пробивать гвоздем. Обычный, совершенно обычный гвоздь. Единственное, это очень долго. Поэтому я не буду применять монтаж, просто ускорю запись. Лампочка разбилась, но вот он гвоздь. Вот с другой стороны он торчит. Надеюсь, видно его. То есть гвоздь можно забить лампочкой. Обычная лампочка была, обычный гвоздь забивается без проблем. Правда, это занимает очень много времени. Ну вот и все, что хотел показать, я показал. Всем пока, удачи!